нужен. Понятно, что вы все молодцы, все нужны, но идеальный кандидат, так скажем, Илья Муромец со строгого режима не в первый раз судимый. Это 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый, желательно отсидевший пятнашку и более, желательный впереди пятнашка и более, желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж. Если администрацию какую-нибудь элементов отпиздил, это еще лучше. Нам нужны ваши криминальные таланты. Сейчас этого делать не надо. Нам нужны ваши криминальные таланты. Я сам отсидел десятку, прежде чем стать героем России. Имею небольшое количество талантов. Они мне очень помогают в жизни. Уверен, что у вас у многих их больше.